Самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2 наконец-то вылетел из Каира в конечную точку своего кругосветного путешествия – Абу-Даби. Зрители аплодисментами проводили этот необычный летательный аппарат. Solar Impulse, так переводится «Солнечный импульс», должен был отправиться в завершающий полет кругосветки еще неделю назад. Однако вылет отложили из-за болезни пилота Бертрана Пикара. Он сослался на расстройство желудка. Летчик уверен, самолет успешно завершит свое путешествие, несмотря на достаточно непростые медиа-условия. Это очень-очень горячий регион. Восходящие потоки теплого воздуха и облака поднимаются здесь очень высоко. Поэтому мне придется долгое время лететь на максимально возможной высоте с кислородной маской. Полет должен занять 2 дня и 2,5 ночи. Это будет утомительный рейс. Но вы же знаете, мы специально готовились к этому. Топливо Solar Impulse 2 – это солнечная энергия. Швейцарские пилоты Бертран Пикар и Андре Боршберг отправились на нем в кругосветное путешествие 9 марта еще прошлого года. Они собирались облететь земной шар за 5 месяцев, но возникли неполадки в системе солнечных батарей. В результате самолет пришлось отправить на ремонт на целых 9 месяцев. За время пути пилоты установили несколько мировых рекордов для самолета такого типа. В частности, они перелетели Тихий и Атлантический океаны.